всем. Спасибо нам и вам. Все, что у нас в жизни есть святого, мы называем храм. Пишу тебя из пасмурных краев, где дождь наполнил город до краев, водой, в которой все отражено, и все не превращается в вино. Пишу тебе из северных широт, живая рыба здесь, мертвее шпрот. Здесь служит треть вода и две бензин, здесь вечно не контачит карта сил. Пишу тебе из южных берегов, где тесно на Олимпе от богов, где пляжи опустели в октябре, где все напоминает о себе. Пишу тебе из тех монастырей, в которых нет ни окон, ни дверей, нет ничего, и честно говоря, что нет и самого монастыря. Пишу тебе, и глядя на закат, как человек, отдавший жизнь за так, смотрю, бросаясь в жар или во сног, как падает на землю небоскреб. Пишу тебе поверх кирпичных стен, пишу на новгородской бересте, так пишут на обрывках, на клочках, себе, что без очков и что в очках. Пишу себе, что я лечу домой, что скоро расставание долой. Пишу, покуда красный светофор, пишу, пока не кончится айфон. Любые вещи превратятся в хлам, никто не помнит, кто построил храм. Такая жизнь не сахар и не шелк, здесь помнят лишь того, кто храм поджег. По скрепту я пишу тебе, пишу, привет тебе, семья и малышу. Так долго строить храм и сжечь за миг, лишь может тот, кто этот храм.